have ways of blowing things up. Здарова, ребятушки, с вами Оладушки. Я что-то немножечко не пойму, где мы находимся. Вроде как мы батарейку собирали, а сейчас мы оказались в другом месте. Это нас немного назад, что ли, отбросило? Это интересно. Сейчас посмотрим, насколько. Сток в тебе сломан. Ай, блин. Одну батарейку нам нужно. Ясно. Тогда давайте, наверное, сейчас... Я не думал, что... Меня так далеко отбросит при загрузке. Это очень странно. То есть у нас же прошло быстрое сохранение, там, контрольные точки, все дела. Да успокойся ты. Фига себе. А, это он из пулемета так жарит. Я думаю, это когда у нас мелкие так оборзели. Все? Ладно, ребят, тогда... Блин, я даже не знаю. Сейчас, минутку. Ну вот, я добыл первую батарейку. Очень странно, что нас загрузило так далеко. Так, да, это земля у нас. Да, это земля. Пойдемте во вторую сторону сходим. Да, согласен. Ребят, ну зачем вы так? Что-то то ли они бронированные, то ли я как-то мажу. Я бы, наверное, поменял бы пушку на лучевую какую-нибудь или что-то. Гренки у меня есть, дробаш мне не нужен. Это просто у нас армори получается такая. Пять патрончиков можно взять. Тут у нас опять верзилы будут. Конечно, будут. Куда ж без них? Без верзил-то куда? Неинтересно было бы, да? На тебе. Блин, а там еще и летучий. Это было удачно. К нему просто прилипло и все. Так, где этот летучее говно? Минус. О, теперь еще и вы. Мне нужна нужная пушка, если вы понимаете. Да, вот это мне нужно. Отлично. Вот как раз на лучевую я и хотел поменять. А, может, мне даже дадут перезарядиться где-то. Да, тут. Отлично. Супер. Вторая батарейка, второй портал. Вроде все по стандарту должно пойти, да?
Увидимся там. Так ревет где-то на фоне прям. За что? А, ну, наверное, за то, что тогда геноцид утворил. Ну, ну, как бы такое. Фух, поехали? I am fully acquainted with yours. If the Earth's government wants to fight, feel free. But hear this. It is a battle you will not win. Да уж. Картана всех немножечко. Wait. She... Она угрожала Земле, да. She threatened Earth? Угу. Her forces led an assault on the UNSC in Sydney. Wiped it out. Wiped out the headquarters? All of it. Mm-hmm. We had to hide, regroup, come up with a plan. To stop her? To survive. Просто чтобы выжить, да. That's not good. It's like someone doesn't want us to leave. Plug me in. This should be simple enough. Should be simple enough. Ну, конечно. Артрит, лидер изгнанников. How do you stand? With the banished. Always. Forever. And you understand the consequences of defiance? I do. Do you? The intricacies of any action are complex. The reactions numerous, yet mostly predictable. Mm-hmm. Mm-hmm. Look upon Doisek one last time and remember, you chose this path. О, у него глаз задергался. She destroyed their home? Эшерамс? Атриоксис? An entire planet? Погоди, получается, Шавух и Артрит просто бомжи. It's my fault. How? I should have stopped it. I could have reasoned with her. Could you? It was her choice, her programming. Was it? I don't know anymore. There's something you're not telling me. I'm... The only way to access the ring, to reach Cortana, was to make a copy. Ты есть копия. Reconsider the consequences of your back to your conservatory monitor. There's your grav lift. Let's get this over with. And remember, you chose this path. I'm her. Да, ты есть Картана, yes. Ну как бы. An exact copy. It was the only option we had left. My routines, systems. All copies. Halsey removed any information that could compromise you. You're her. If we'd never met. Will I do what she did? Become what she became? Да, возможно. Am I that already? My mission was to ensure that doesn't happen. It still is. I'm sorry. I'm so sorry. That wasn't me. It can't be.
shouldn't be here. Your mission was to destroy me. Да. I've restored the deletion protocols. I'm ready. It has been an honor. Just promise me one thing. Whatever happens, save him. He needs you. You're all he has. We do it together. How can you trust me? I don't. But I want to. Ну что ж, да. Ну, это было немножечко очевидно, по крайней мере, с моей стороны, что она и есть Кортана. Испарись. Это пулемет? Да. Ну все, маленький мальчик нашел пулемет. Грена. Больше в деревне никто не живет. Три двери. А, о, там еще кто-то есть. Хотел сказать, а куда мне? Мне в любую из этих дверей. А что тогда там? Я просто глянуть. А, тут ничего, тут просто тупичок. Отлично, получается мне в одну из этих дверей. Я все равно приду туда, куда мне надо. Опа, подобрали. Я, кстати, только в прошлой серии обратил на это внимание, когда мы ходим с пулеметом, мы видим себя от третьего лица, что прикольно. Не надо было щит опускать. Минус элит. Хорошо, 30% на пулемете. Меня это пока устраивает. Гренка. О, тут где-то что-то можно послушать, погодите. Сейчас я с этими ребятами разберусь. Я понимаю, что я сейчас кругаля даю. Хотел просто проверить, что там все так же. Не подходите врагам. Используя очень холодное оружие. Да-да, я сам к ним прилетаю с кулаком. Элиты любят прятаться в укрытиях, чтобы перезарядить щиты. Да, есть такое, заметил. У меня пулемет забрали. Ладно, там осталось 13%, но все равно мне забрали пулемет. Это неприятно. Угу. Мы выходим на улицу?
we made it. Now all we need to do is... Wait. I'm picking up something on all banished frequencies. That... That is not good. What's wrong? Чё нехорошо так? I know where he is. What this place is. This is where Chaklok shipped his victims to. The House of Reckoning. Чаклок. Чахлик. Итак. Ну, по сути, нам больше ничего не предлагают, только туда. Пойдемте, я не против. Ну а чё они свои морды высовывают? Всё, поехали. Э! А почему? Я тебе сейчас сопротивляюсь тут, блин, suppression fire. Ой, ёлки! Это было глупо. Я не понял, что она загорелась. I know where he is. What this place is. This is where Chaklok shipped his victims to. The House of Reckoning. Минус снупер. Да блин, давай скорее. Вот же... Сюда не... Ну просто тратить на него много не хочется. Минус ты. И минус ты. Обнаружил меня. Герой. Грена. О! А кто там? Серьезно? Ой, это я не то что-то взорвал. Так, окей. Конечно, ты это запомнишь. Ой-ой-ой-ой, тут танк есть, я только сейчас его увидел. А снайпу... А, вот она, хорошо. Все, собственно, дальнейшая судьба уже предрешена. Да-да-да, кто бы тебя еще пустил. Вообще нормальный. Минус снайпер. Вот это весело. Вот это, блин, весело. Я очень рад, что они так сделали. Минус пушка. Просто тупо дали танк. На, веселись. Кого-то там рвануло. Минус.
Кто еще? А, вон вижу. Минус. Ху, прям хорошо. Они так красиво щитами подсвечиваются, вот этими своими. Прям удачно. Так, на огонь надо не заехать. Огонь это не очень хорошо. Танк! Нет, дружище, не в этот раз. Попадают. Там у них еще один танк внутри припаркован. Я вот думаю, забирать его или нет. Потому что мой начинает потихонечку накрываться. Где? Так, они там что-то показания-то? Давайте я вас освобожу. А, может взять вот эту штуку? Я даже не знаю. Мне больше вот этот нравится, Скорпион. Посмотрим. Видите, он просто уже начинает дымиться потихонечку. Давайте пока на нем поедем, а там дальше посмотрим. Кто? Похоже, мне все-таки придется менять пушку. Сейчас подъедем поближе, глянем. О, тут тоже есть неплохое оружие. Грена! Блин. Как он так близко подошел? Минус. Погодите, это так не работает. Опа, сядь. Раз они мне тот танк разнесли, я съезжу за другим, съезжу. Ну, то есть он просто есть, он просто стоит в гараже, почему бы им не воспользоваться? Да, это вражеский танк, но все равно. Не вижу в этом никаких проблем. Блин, если бы у наших вот этих чуваков было бы мозгов чуть побольше, чем у креветки, то они бы могли все эти транспортные средства позанимать, и тоже было бы очень весело, но думать это не про них. Они могут только под ноги бросаться. Бум. Жду приказа. Видите, эта штука летит дольше. Еще и не долетает. Мне кажется,
Да, этот танк у нас идет гораздо быстрее, чем тот. Я еще могу, может быть, дальше на том и поехать. The House of Reckoning. I was right. It really is a suitably ominous name. How do we get in there? We fight. Блин, я дальше хочу тоже на танк поехать. Мне туда надо? Ладно. О, не-не-не-не-не, чувак. Как это патроны закончились? Вы нормальные вообще? На, сдохни. Блин, мне надо пушку менять. К сожалению, берем вот эту. Там мне очень сильно нравится, мне просто нечем ее заряжать. Так, а ты у нас кто? А, это я взорвал. У нас там, в принципе, на Скорпионе еще чуть-чуть хпшки оставалось. Можно попробовать на нем поехать. Пока его до конца не добьют. Или он... Стойте, он что, самопочинился, что ли? Он больше не горит? Мне нравится. Хорошо, давайте. Просто... Смысла нету дальше пеше идти. Вылез. Лопни, тварь. Они, как, знаете, как говорится, как малые дети, могут случайно выскочить под колеса. Вот это? Блин, там танк! Валим! Нет! Я не то хотел сделать! Черт! Так, а... Не-не-не, чувак, забудь! Погодите, у меня там еще один танк был! Очень быстро скорпионы раскатали, жаль! Этот уже горит, этот сам и не починился. Да, но у них танки, конечно, отстой. Рвануло. У них танки, конечно. Так, еще два выстрела из гранатомета. Куда я могу их потратить? Ладно, поехали.
Где он? Куда ты делся? Верхний не взорвется. Это все тоже сейчас рванет. Взять транспорт, что ли? Я не очень люблю этот транспорт. Похоже, придется пока что на нем ехать. Ёпарасете, бах его. Ну да, в принципе, я же их тоже ваншотаю. Откуда? Так, у них там где-то танк, сейчас. Как я это сейчас сделал? Я забыл, как рукой бить, серьезно? Я думал, я пробегу под ним, серьезно. Я думал, я пробегу под ним. А, что за бред? Как я не могу? А. Ладно, давайте на этом дырочке чуть-чуть проеду. Там есть хороший маневренный мотоперка. Да ну залезь! Ничего, он уже взорван? Я просто нажимаю кнопку залезть, он не залазит. Щитов нет, но вы держитесь. Хорошая. Проблема в том, что чтобы на нем повернуть, на нем прям нужно маневрировать. Все, разобрались. Фух, нормально, с этой мотоперкой можно было что-то делать. Ты уничтоженный уже, да? Понятно, потому оно и не садилось. Я пытаюсь сесть в уничтоженный транспорт. Ты еще живой? Да, на этом еще можно ездить. Ой, они мне сами открыли, серьезно? The bridge is down. Looks like the controls are up on that platform. А что, никого нет? Это все очень странно. Чертовски странно. Я тут пока что щиты подеактивирую. Меня сюда типа впустили. Я сниму на всякий случай эту турельку. Я понимаю, что возможно мне придется...
тоже что-то потом делать, но... Здесь. Ну, видимо, да. Видимо, да. По-другому и не скажешь. Это цитадель Шавухи? Это последняя серия, не последняя серия? Что происходит? I mean, it's a trap, right? It's definitely a trap. Are you even listening? Let's go. Ready when you are, Chief. Погодите, там интересные вещи могут быть. Я возьму. Оно не с полной обоймой, но я возьму. И, может, вместо снайпы? Черт, я даже я не хочу снайпу выбрасывать. Мне оно нравится. Поехали с этим дезинтегратором. Найдите и спасите пилота. То есть, мы уже прям подходим к финалу-финалу, да? Что у нас по карте? По карте мы прошли вот этот вот... Дорога. Найти и спасти пилота. Вот мы прошли эту дорогу, мы дошли до этой цитадели. Тут, в принципе, ничего больше нет. Знаете, ребят, у меня такая мысль. Давайте тогда на этом моменте заканчивать. Сделаем эту серию чуть-чуть покороче. Но если вдруг это финальный замес, я не хочу в него вступать сейчас, потому что у нас просто не хватит хронометража. Поэтому давайте тогда на этом заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда.